Возьми, это смягчит боль. Прости меня, Господи. Прости. Ты уже пророк! Подойдите. Иисус мой, мой сын. Подойди. Мой сын. Мой Иисус! Назад! Не прикасайся к ней. Она нечистая. Возьми свой крест и следуй за мной. Положите его! Теперь ты! Сына. Ему всего 12. Вы видели моего сына? Вы видели моего сына? Его нет в караване уже 3 дня. Вы видели моего сына? Пожалуйста. Вы видели? Пожалуйста. Вы видели моего сына? Иисус, как ты мог так поступить? А вы мать этого мальчика? Да, она моя мама. Сын, я искала тебя 3 дня. Почему ты искала меня? Разве ты не знаешь, что я должен был быть в доме отца моего? Сынок, тебя могли убить. Это... Мама. Это как? Мама, как тебе? Я здесь, чтобы участвовать в трудах отца моего. Поднимайте его. Теперь ноги. Если ты сын Божий, сойди с креста. О, это царь Израиля. Пусть он сойдет вниз, и мы поверим в него. Он верит в Бога. Пусть Бог спасает его, если он ему нужен. Спаси себя! Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят. Вот это наглость! Простить Каиафу? Первосвященника? Спаси себя прямо сейчас! Спасите себя! Спасите!
Спасите себя от этого испорченного поколения! Спасите себя! Или почувствуйте запах гнили! Отойдите! Отродье змеиное! Я голос, раздающийся в пустыне! Подготовьте путь Господу! Что вы пришли увидеть? Крещение нужно для покаяния в грехах! Ты пришел, чтобы раскаяться, брат? Да. Иоанн. Посмотрите. Божий агнец, который возьмет на себя грехи всего мира. Иоанн, я пришел, чтобы креститься. Я должен креститься у тебя. А ты пришел ко мне? Я не достоин быть рабом твоим даже. Нет. Пусть будет так. Чтобы выполнить все, что назначено Богом. Сын мой возлюбленный, которому я благоволю. Подойди. Смотри, женщина, вот сын твой. Вот, мать твоя. Иоанн, Иоанн, я говорю тебе, я буду самым великим. Ну, потому что я старше и сильнее. Но я более велик. Потому что мой разум моложе, и я думаю быстрее. Помолчите, понял? Вы оба. Нет. Я буду самым великим. Ну, я умею молиться дольше и упорнее, чем ты или кто-либо другой в этой комнате. Я каждый день. Иоанн, Яков. Господи, извини. Ты скажи нам, кто из нас будет более великим? Да, скажи ему, чтобы он по праву встал позади меня. Яков. Иоанн. Тот, кто самый ничтожный среди вас... Тот будет самым великим. Угу. Да, Господь. Яков, ты гораздо более великий, чем я. Иоанн! Я среди вас, как тот, кто прислуживает. Истинно говорю, один из вас вскоре предаст меня. Иуда. Один из вас? Не я же, Господь. Я не понимаю, что происходит. Ты что, не понимаешь? Я нет. Иоанн, спроси его, кого он имеет в виду? Кто это? Тот, для кого я обмакну хлеб и передам ему. Господь, Господь! Сделай поскорее то, что собираешься сделать. Я скорее умру, чем позволю, чтобы что-то случилось с Иисусом. Петр. Да, Господи. Не успеет петух пропеть, как ты трижды отречешься от меня. Я? Никогда. Отец мой, душа моя скорбит смертельно. Мне одиноко. Не заставляй меня делать это. Пожалуйста, не заставляй меня делать это, Бог мой. Отец,
Если не минует меня чаша сия и должен, я буду пить ее. Но пусть исполнится воля твоя. Петр, время настало. Здравствуй, учитель. Иуда, что ты наделал? Друг, делай то, зачем пришел. Иисус из Назарета? Он говорил, что может разрушить храм Божий и восстановить его в 3 дня. Самозванец! Он нарушает закон! Он насмехается над законом! Ты и есть тот Иисус, который учил нас в храме еще маленьким мальчиком. Скажи нам, Христос ли ты, Сын Божий? Ты сам сказал это. А какой страх? Что он делает с этим человеком? Пилату его отвезти, и пусть судит его. Отведите его к Пилату. Он богохульствовал. Пилату! Ты один из его учеников, ведь так? Я не знаю его, не знаю. Я уже всем сказал. Я не знаю этого человека. Твой народ хочет твоей смерти. Иудеи. Почему? Какое преступление он совершил? Ты понимаешь, что у меня есть власть освободить тебя или распять? Ты не имел бы власти надо мной, если бы она не была дана тебе Богом. Смотрите сами. Пусть кровь его падет на нас, на детей наших. Корона, Ваше Величество. Выпьете? Здесь написано, что ты царь иудейский. Ну что ж, если ты и вправду царь иудейский, почему ты не спасешь сам себя? Спаси себя,
и нас заодно. Разве ты не Христос? Побойся Бога! Ты скоро умрешь. Мы это с тобой заслужили это. Но этот человек ничего плохого не сделал. Иисус, вспомни обо мне, когда придешь в царство твое. Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. Это очень далеко отсюда. Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня? Илью. Оставь его. Посмотрим, появится ли Илия, чтобы спасти его. Свершилось. И он пришел, чтобы забрать грехи всего мира. Что это случится? Эй, вам туда нельзя. Женщина, почему ты плачешь? Они забрали моего Господа, и я не знаю, где он сейчас. Женщина,
Почему ты плачешь? Пожалуйста, скажите, куда вы его забрали? Мария. Учитель! Учитель! Не бойся. Пойди и скажи моим братьям, чтобы шли в Галилею. Я буду там. Режиссер Лэнс Трейси. Продюсер Роджер Лэм. Сценарий Лэнс Трейси и Пэт Дейт. Исполнительные продюсеры Кип и Элина Маккин и Эл и Глория Бэйрд. Оператор Дэвид Льюис. Монтаж Керт Вандермюлен. Композитор Дин Гринсфелдер. Роли озвучивали: Виталий Анохин, Жанна Бурягина, Сергей Анохин, Антон Гаврюшин, Евгений Стулов, Александр Коврижных, Сергей Апрельский, Денис Цуканов, Максим Никитин, Михаил Гетманов, Валерий Качаев, звукорежиссер Денис Цуканов, русский перевод Михаил Гетманов.